момент. Да, Кирюх? Пошел рисовать по скетчам. Это база. Блин, мне, нарисуй вместо меня букву Н, но у меня не получается. Это база. Вот сегодня, если пойдешь пью пить, такой контент построил. Отвечаю. Что будет, Европротокол? Вообще будет. Я готов сегодня. О, давай. Ты зачем ему этот подлокотник отдал? Отломанный. Я не умею рисовать. Там вообще хоть что-то видно. Не знаю, потом посмотрим. Стоял, пробки стоим, делать нечего. Короче, вот так вот будет. Или не будет, не знаю еще, не придумал. Кстати, неплохо. Неплохо, кстати, да. Ну, спасибо. Да, тени, фишки, флики. Ой, ёбан. Я еще и купил. Тоже классно. Корову тайс. Будем обниматься с коровой. Ой, блин. Ну, так себе. Давай быстренько выстрелим. Кто угадает? Какой скетч сегодня Пашок нарисует, за того он потегает. Нет, такого не будет. Вот это база. А это синдром. Да, он. Если мы сейчас переходим там, то нам все равно надо будет переходить и вот там тоже. Видишь, там же тоже вниз идет. А, то лучше здесь перейти. Да. Эти думали умные самые. Ну такой, если ты уже, по-моему, в воде стоишь, да? Уже да. Я тоже в воду наступил. Успевай занимать места. Да много места, много. Под всем кустом. Вот. Вылезаем. Я буду рядом с тебя. Справа или слева? Слева. Я тоже на стенку шел. Ну ладно, я справа сделал. Конечно. Ты же накинуть успел. Видишь, а ты говоришь это. Спасибо. Саня. Саня, привет. Привет. Уже навозил ли здесь всего? Такие большие пачки. А других не было? Сколько? Чего? Да там 40 рублей забей. Сотку на велике приезжаешь за... Гоняли в Сестрик туда-обратно, короче. Ну, я устал, потому что мы там с чуваками ехали. Первую дорогу прям топили жестко. И потом искупались, у меня ноги забились прям вообще. И обратно мы ехали, я уже там в конце плелся. Потому что я еще там накануне занимался. Там вот, кстати, если направо ехать на Талово, и потом направо повернуть, там, где морская академия, там качалка, короче, на улице. Прям с блинами там. Позавчера туда ездил. Я видел. У меня фотосессия была, прикинь. Какая фотосессия? Фотосессия настоящая. А, я же видел твою фотку. Одну к шапке, что ты занимаешься. В истории для друзей. Да, это, нет, да, но это... У меня на пленку чувак фоткал, знакомый. Но история была слишком короткая, я не успел кубики посчитать. Там 6. 6? Да. Ну, не как у Спайдермена 8. Сотка, да, типа сотка за день, ты так устаешь, короче.
как рисовать. Как-то здесь столько пауков. Огромных. Просто что-то. 50, наверное. А сверху еще большие иногда спускаются. Кот в недоумении. Бегает всю жизнь. Жесть. Ну, слушай, хорошо. Остановками типа нет. 10 пунктов питания, но на них там буквально 10 минут максимум. Иначе не укладываешься в тайминги и не сквалифицируешься. Респект. Ну что ты ебнулась? А? Что ты ебнулась? Убежал от него. Убежал. Не, я ее не бросал. Мы просто немножко разные, если ты понимаешь, о чем я. Но она бегает по 109 за сутки. А Кирюша сотку. А Кирюха два раза тегнет ночью и начинает: блин, пойдемте домой, что так много ходим. Мы только вчера с таймером обсуждали. Он, я ему говорю, типа, хочу, короче, ну, если дети, вот прям рассматривать. Есть, знаешь, такая наука, она, по-моему, этология называется, что ли, типа, которая рассматривает в плане, что ребенок должен быть максимально, короче, здорового человека. Я ему говорю, типа, если же, ну, если типа дети, то ты должен быть, типа, ну, жена должна быть спортсменом, там все дела. Он мне говорит: слышь, а ты не. Я говорю: почему? Он говорит: ты сам себя-то посмотри, какая спортсменка, ты ночью рисуешь, чем занимаешься, говорит, как нужен вообще, по идее, такой чувак, короче. Да. Я не согласен. Почему? Я тоже не согласен. Давай в этот ряд. Люди-то как бы, ну... Я вот про то же, что, типа, короче, как сказать... Да противоположности, да, притягиваются, даже так. Не обязательно одинаковым чем-то заниматься, там, быть похожим. Можно быть вообще разным, абсолютно другим человеком, и все будет хорошо. Если 3 года прожили и разошлись, кстати, нормально. Просто она что-то хотела, просто ну, хочет семью, а я не хочу семью. А ты хотел бомбить вагон. А я хотел бы... Да что они тебе сделали-то, эти вагоны? Нет, а он говорит: понимаешь, я хочу, чтобы мой тег был на каждой линии, на каждой станции. Разговор был примерно такой. Ну, в общем, да. Черный. Ну, именно темное. Ну, черный. Это темный? Нет, если бы не должен был бы черный, то почему бы черный? Нет. Тогда нет. У меня же тут два цвета. Не, ну мало ли это. Ну там не темное, там светлое и целое.
Нормально, зелененький, кстати, с белым контуром смотрится. Да, эксперимент удался. Все? Да. А это что тут, да? Лорд антистиль. Ты реально эмо? Ты реально эмо? Ну да. Колпино? Да не особо. Не рядом. Кирюху тебе можно до Колпино довезти. Видишь, здорово работает. Вот, снимай контент. Сейчас. Опа, смотри, пока тут граффити рисуется. Ша-да-ла-ла. Рассказываю базовые приемы. Давай. Вот ты делаешь труап. Ага. В этот момент идет недоброжелатель, он идет уже, типа такой, но начинает. Вот ты недоброжелатель. Че ты тут рисуешь, ты недобро... Да, да. Че ты рисуешь тут, тебе нужна в первую очередь опора. Ага. Ты такой ставишь. То есть руки, крепко должен. Ставишь руки, да, вот так вот широко. Ну, типа уже уверен. Ага. Больше занимаешь место в пространстве, говоришь, молодой человек. А потом. Он вот так вот и под сраку тебя. Нет, он с двух ног бьет. Точнее, ты бьешь с двух ног. Отрабатываем теперь, давай. Я не недоброжелатель. У тебя тут банки стоят вот эти вот. Я иду. Увидел. Ты что делаешь, бля? Добрый день. Ты паш. Какой добрый. На! Ой, я попал в тебя. Ну такие штаны я точно не буду. Так видишь, он-то тоже сразу на ходу. Это мы забираем. Давай, давай, забирай пустую. Ты научишь пацанов. Ты крыса. Не, лучше, чем ты потегал. Где? Вот. Где потегал-то? Вот ты это? Видел, что я сделал? Ну, говнину. Вот так? Да, я так не умею. А вот так ты умеешь? Ой, я рисовал это под эмо-кор. Вообще мы сегодня пацанам показывали скетч на обсуждение, какой ты рисуешь этот, как его там, синдром или вот это твой был эмо. Сегодня эмо-кит плюс С, но у меня такие цвета были с собой, поэтому как бы не обессудь. Что, где синдром, да? А? Там синдром. Нет. Синдром вот. Ты снял мой? Ты видел, какой там песок навалил? Я все хочу на ту сторону пойти поснимать, кстати. Пойдем фоткать, не на ту сторону.
Я хочу издалека посмотреть. Говорю, я понял, зачем здесь лежит эта палка. Я думал на нее упереться и перепрыгнуть, но она сломана. Сейчас бы я перелез. Ну, то есть не вот это вот, а позерство. Это вам не позерство, это труд. Не съест. Это самое страшное. Понять, куда он ушел потом. Просто посмотри на это, что это за дерьмо. Скинь это и скажи, что чтобы стать популярным, нужно делать вот такие эксперименты уличные.